Прапор? Прапор. Привет. Самый привет. В ожидании закона. В ожидании закона, ведь он будет. Мы искренне верим. 9 на 19, пистолет Grand Power. Компании Grand Power, если быть точно. Это у нас страйкер. Ну, для так, чтобы все понимали, по типу Глока все говорят. Ударниковый. Бескурковый, да, бескурковый. Ударниковый. Вот такая у нас комплектация традиционно богатая для Grand Power. Три смены накладки на рукоять под разного размера. Под разную руку, свободный ход стола. В смысле свободный, поворотный? Ну, поворотный, ага. Да, поворотный ход стола. Ну, собственно, вот так вот. По предохранителям. Предохранителя здесь два, один на спуске. Ну, как это называется? Педалькой, да? Педалька, да. Ты меня когда-то это учил. Педалькой на спуске. И второй скрытый вот здесь вот в затворе, который не дает выстрелить, если пистолет упадет или еще что-то. Собственно, так. Да. Разобрать? Давай. Давай. Раз. Вот он копирный, как это, паз, который, собственно, отвечает за поворот. И ответный у нас, где ответный у нас будет? Где-то ответ на стволе, да? Наверное, вот. Да, вот он. Не вот он, то направляйка. Почему направляйка? Ну-ка. А. Это вот оно входит. Поворачивается. Ну да, оно получается, смотри, фиксируется в... Фиксируется в этом пазе, а при повороте, за счет того, что видишь, оно не полностью круглое, а здесь скошенное, а здесь круглое, оно выскакивает из этого паза. В общем, JP делает уникальную схему. Ну как уникальная? Она не уникальная, но... Ну, можно сказать, уникальная. Чего? Из массовых производителей, да, поворотный, да, ствол больше никто, да, как бы, да, не припомнит, да? Да. И здесь классическая у нас. Или что-то ты хочешь еще по этому проговорить? Хотя, ну, тут есть, наверное, что проговорить? Конечно, есть. Ну, давай проговорим. Давай. ОСМ. Ну, как ОСМ? Если про ОСМ, то вот сюда. Да, да, лучше на... Собственно говоря, ударник, тот самый страйкер. На глок похоже. Ну, страйкеры все похожи на глок. Да. Не так. Все глоки похожи на страйкер. Пластиковая рамка. Да, но она, смотри, она вот здесь вот с металлами. Вставка металлическая, да. То есть вот везде, где идет конструктив какой-то, несутся какие-то нагрузки, вот по штифтам можно посмотреть, здесь везде идет металлическая вставка. Отражатель, ну, как традиционно для Grand Power, такой здоровенный, агрессивный, который хер сломаешь любым патроном. Как бы не ломающийся, да? Да. И что? И огромная педалька затворной задержки. Кстати, что еще прикольно в Grand Power, у него все, практически все единицы оружия амбидекстер, что под прошу, что под лишу. То есть все органы управления продублированы. Ну, собственно, те, у кого травматические пистолеты, таких очень много на самом деле, у кого травматические пистолеты Grand Power. Пружинка не быстросъемная. Я думаю, что нет. Нет. На оське, да, по-моему, на оське затворной задержки. Да, здесь надо выбивать штифт затворной задержки, чтобы ее снять. Хотя, с другой стороны, нахера ее снимать. Для тюнинга. Ну, хотя тут нормальная человеческая плоская пружина, да? Хорошая, никакие классно. Травматические патроны туда не никакие. Забыли про эту хирургию законом. Окей. Как-то так. Дай руки на рукояточки посмотрим. Накладки, вернее. Вот тебе раз. Это не накладки, ты же понял? Да, ну накладки, в смысле, я имею в виду сменные. И вот такая аркоподобная для большой-большой руки. Для заполнения вот этого места. Это самая большая по размеру. Ну, я так и подумал, да. Хотя она, посмотри, она даже какая-то там типа анатомическая. Ну, короче, она отличает от всех остальных. А долго снимается? Покажи. Не, нифига не долго. Вот это надо рассказать или показать? Ну, лучше, конечно, показать. Ну, давай. Только инструмент. Отверточку. А, отвертки в комплекте нету? Блядь. Почему мне нравится в JP это магазин? Да. Реально. 100%. И все. Просто с большим усилием вынимается еще, да? И ставим, к примеру, вот. Да, самое большое.
Ну и хват меняется каждый раз, правда? Ну это под большую прям руку. Вот даже мне, не, ну я бы не сказал, что сильно комфортно, сильно большая она, надо еще больше выпить. А мне норм. Может, но из-за того, что у тебя пальцы длинные, у меня пальцы. Ой, я не знаю, но я реально люблю жирные рукоятки. Mm-hmm. Такая забобона. Планочка Пикатинни под фонарик здесь есть. И на затворе вот этот целик, он откручивается, смещается в сторону, и здесь ставится планочка под коллиматор, если нужно. Угу. Они будут? Да, не сейчас, если я не ошибаюсь. Да? Круто. Нет, я, наверное, ошибаюсь, они были, но продались. Ну, будут. Под травматы они были, мы их тут не завозили. Ну и мушка, соответственно, тоже съемная. Конечно. Можно ставить какую-то. И заводские будут эти, хотел сказать, триджиконовские, тритевые угу. Мушки цели. Ага. Нарезную. Ага. И 9x19. Конечно. Боль. Расскажи, пожалуйста, по Легалайсу Патрова. 9x21 и все. Смотри, ты же понимаешь, это предположение. Как оно, конечно. Не 9x21, а 9x19 планируется. 45-й SCP, 380-й калибр. 40-й. Ничего не скажу. Это тоже, ну, те три калибра, которые я точно слышал. И что-то еще. 9x18 вроде. ПМ. Я имею в виду, что 9x21 все в плане не актуально. Ну как не актуально? Карабины-то есть, понимаешь? Ну да. Карабины есть и карабины будут. Но речь идет к тому, что патроны, которые 9, ну, парабеллум, они сертифицируются для гражданских. Да, Я это имею в виду. Но опять-таки, надо понимать, большинство карабинов 9x21, которые продаются сейчас, по правде говоря, на 9.19 работают, ну там прям не хуже, откровенно говоря. Ну, тут же понимаешь, ты же патроны не продашь, которые человек придет тебе с корочкой 21, к 19 не продашь. Конечно, конечно. Я в этом плане. Будем надеяться, наши законодатели каким-то образом найдут понимание выхода из этой ситуации. Но даже если не найдут критичного, ну я не вижу здесь какой-то критичной проблемы. Ну, смотри, ну как, ну ты, например, покупаешь себе кольт. Да. И ты его покупаешь в девятке. Да. Ну тебе скажут все пацаны на районе, что ты лошара. Но. Он должен быть 45 ACP, правильно? Должен. Ну вот. Давай прокурор. Давай. Здесь классическая схема, флажковый предохранитель, как на всех моделях Grand Power, работает он немножко по-другому, чем в ПМ. Здесь три положения курка, полностью закрыт, предвзвод, полный взвод. На полностью закрыт предохранитель не включается. Для того, чтобы его включить, надо поставить хотя бы на предвзвод или на полный взвод. Угу. Тогда он работает. Ну, как бы отличие... Да, конечно, по разборке то же самое. Конечно, есть. По разборке все то же самое. Внутрянка... Давай раскидай. Как скажешь. Здесь пружина. Разборка активная. Прям макаровская почти. Слушай, ну, я имею в виду, назад снимается затвор. Да. А это классно. Тот же самый поворотный ствол. Ты меня видишь? Я тебя вижу. Значит, ты меня видишь? Да, значит здесь дырочка. И пружинка съемная, да? И пружинка съемная. Тут направляйка, да. Да, и вот внутрянку можно сравнить, чем страйкер. Отличается от классического крюка. Ну, он отличается, что здесь, по сути, весь ОСМ, ну, большая часть ОСМа, да, а здесь только ударник. Да, и все. Да, совершенно абсолютно. Да, объяснил, что называется. Ну, боль. Как-то так. Дай совет будущему покупателю. Чего лучше брать, страйкер или крюк? А тут уже сколько людей, сколько мнений. Ну, в нашей стране традиционно это глокодрочество. Все вот, лучше глока нет пистолета. Uh-huh. И я не говорю, что глок плохой пистолет или хороший пистолет. Uh-huh. Это, ну, пистолет, который занимает свою нишу. Uh-huh. Лично мне глок там по определенным причинам, ну, не кайфую я от него. Ну, неплохой пистолет, рабочая лошадь. Я ну, тоже. Он, ну, неплохой. Вот так всегда, как люди сидят, глок. Такого нет. У Глока два больных проблемы. Это чисто, спуск. Эстетически даже, но не заходят мне Глоки, пиздец. Да похрен, рабочая лошадка должна тянуть, а не выглядеть. Для меня эстетическая сторона тоже имеет значение, спуск? Скажу тебе откровенно. А прицельная? Глок, не хочу себе Глок, не уговариваю даже. На него тюнинга много. Не уговариваю, нет. На него магазины дешевые. Возьму 19-11. Окей. Между этими двумя моделями? Круговой возьму. Почему? Из-за предохранителя. Классического флажкового предохранителя, который здесь есть, а страйкера нет.
Боль, хоть скажу не на камеру? Давай. Я считаю, что курковый пистолет, который имеет предвзвод, предохранитель там нахрен не нужен. Расскажи это ТТ. Ну, ТТ это ТТ. При чем здесь ТТ? Ну, потому что предвзвод, который как предохранитель, ну, он упал и клацает пиздец и выстрел. Нет, я имел в виду современный пистолет. Но если есть предвзвод на курке, он есть везде, послушайте, зачем предохранитель? Зачем предохранитель? Затем, да, что когда у тебя нет классического предохранителя, вот у меня, да? Давай вот в разрезе травматики. Давай. Вот у меня было два травматических пистолета. Давай. Форт 17 и ТКЮ-1. Ага. Что тот пистолет нормальный. Понятно, ТКЮ-1 качеством намного выше, чем Форт 17. Угу. И все остальное. Но, скажу откровенно, я привык носить патрон в патроннике. Я о том же. У меня такая привычка. И я о том же. И вот когда у тебя страйкер и патрон в патроннике, и страйкер во взведенном состоянии... А он всегда в возведенном состоянии? С одной стороны, у тебя предохранитель здесь есть. Угу. Но когда сумка, и ты тянешься за пистолетом, вот как-то каждый раз очково, что ты все-таки где-то не туда положишь палец и дернешь спусковой крючок, и у тебя будет выстрел куда-то в ногу. Или в яйцо. То есть, то есть ты считаешь, что курковый нужно носить на предварительном взводе и поставленный на предохранитель? Патрон в патроннике. А ты знаешь, откуда на пистолетах появились предохранители? Откуда? Требования военных. Может быть. Ну, не знаю, мне так комфортнее, я так привык. У меня на служебном пистолете, когда я еще служил, был предохранитель. Я так привык. Может, человек, который только ознакомится с оружием, 100% он возьмет себе страйкер и будет себя комфортно с ним чувствовать, все будет нормально. Мне вот с такой схемой комфортнее. Называйте меня старовером, совкадрочером и кем угодно, но мне просто так комфортнее. Не хочу я. Вот мне нужен предохранитель, чтобы я себя знал, что у меня оружие заблокировано. Магазины одинаковые? Да, магазины полностью взаимозаменяемые. Они доступны как тюрьмы? Да, они хоть сейчас. Хоть сейчас, да? Нагребай сколько нам. Причем по размеру. 15-местные, 20-местные и 25-местные будут. 25-местные будут. А бубны? А? А бубны? Тоже обязательно будут. Но потом. Понял. Понял.